Телезрительница Екатерина прислала на наш электронный адрес tv@ntrk21.ru видео, сделанное в подъезде жилого дома. На стене она обнаружила листовку, предлагающую доставить на дом алкогольную продукцию с 22 часов до 6 утра. После звонка по указанному телефону оказалось, что для получения заветной бутылки нужно приобрести сувенир стоимостью 500 рублей. Кроме нарушения закона, желающие таким образом продолжить веселье рискуют нарваться как минимум на некачественный алкоголь.